Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Bad to Bad Апокалипсис. Поехали. Спасать нашу команду. Ну и все прочее. Так, бани. Все за видосы только чисто. Мне не нравится твой подход, Банни, к этому делу. Так, восстановить костер. А что у меня недостаточно? Чего? Недостаточно отверток. Отверток от этой всякой ерунды. Тренировочный центр тоже, ребята, недостаточно. Дофига чего недостаточно. Просто тьма тьмущая, чего не хватает. Так, гранаты. Патроны возьмем, сделаем, наверное. Так, где у нас мастерская? Делаем патроны. И... да, наверное, пока все. Остального у нас не хватает. Ну что, на вертолете отправляемся в Локу, на котором мы там с тобой становились, я уже не помню. Подожди, у нас ночь? Не, ребята, ночью надо спать. Ночью надо спать. Я манал туда выходить по ночам. Давай, отдыхай. Погнали. Угу. Так, я забыл, на какой мы локе остановились-то? Мы остановились с тобой вот здесь. Тут, кстати, и персонаж, по ходу дела, да? У нас еще один должен быть. Умение можно сбросить в любой момент. А нафига мне их сбрасывать? Так, где он может быть? Забрать все. Даже не обсуждается. Где он может... комары и мухи. Так, что тут выкопаем? Топливо, окей. Ходок, иди. В одно место. Так, забрал горючку. Может, он в здании в этом? Если честно, я сомневаюсь, что он там. Там проблемы у нас будут. Самоцвет. Слушай, а самоцветы для чего-то нам нужны? А, он и не заходит сюда, кстати. Блин, где наш кореш, а? Прикрывай, парень. Не удалось найти предметы. Спасибо. Где он там свистит? Как карту-то посмотреть? Блин. Я совсем не в ту сторону побежал. Так, у нас есть очки опыта. Так, максимальный достигнут уровень. Нет, это... а может быть у него? А, у него, да. Дополнительный урон одичавшим, давай. Гончая. Ладно, я пойду тогда спасать кореша нашего.
Опять два москита. Так, здесь посмотрим, что. Это мы с тобой ищем Багиру, да? Багира здесь у нас получается. Не удалось ничего найти. Так, 140 метров до Багиры. Кто там, я не вижу. Ходок, ходок. Москит. Перезарядись. Ткань пойдет. Мне бы найти где-нибудь этот плоскогубцы эти с гаечным ключом. Так. Нам надо было от вертолетной площадки с тобой двигаться вверх, немножко вверх, вправо. Ну я просто подзабыл пока игру, сколько мы уже не играли в нее в последний раз. Посмотри там первую серию, когда она у нас была. Так, 40 метров, тихо, рюкзак. Что там? Гранаты. Там вещи крутые были. Энергетический напиток. Вообще шикарно. Так, я вижу, ну, там здание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, этот ублюдок там стоит. Да бомби ты по нему. Что, придется гранатами, наверное, его закидывать или как? Фига ты. Ну, есть. Минус. А, ремкомплект он там выбросил. Ну что, заглянем? Я не знаю, был я тут или не был. По идее, не был. Без громилы не обойдется здесь, да? Как мне не нравится мое оружие, а? Надо поменять его на дробовик или на что-нибудь еще. Друзья, вы в курсе, что у меня патронов больше нету? А, нет, подожди, вру, чего у меня нет? У меня есть, все нормально. Тьфу ты. Шуганулся, блин. На ровном месте. Ну иди сюда, говнюк. Нету все-таки. Все-таки нету, ребята. Вон там запас идет. Почему этот не стреляет, блин? Есть. Готов, хмырь. Так, все комнаты открыты. Блин, значит, мы такое ощущение, что были здесь. Так, шавка болотная. Ну да, остальные двери открыты, значит, я здесь все-таки шоркался. Ну что, валим отсюда тогда? За Багирой? Багирку спасаем. Потом нам надо будет, не знаю, наверное, вернуться на базу, наделать патронов. Да там уже и ночка, наверное, будет близиться, да? Сколько у нас там времени не показывается? Слушай, у меня 2000 с лишним патронов. Чего я паниковал? Подожди, 22 метра, я не туда иду.
Вот она. Вы здесь, сэр. Отрадно видеть вас. Извини за опоздание. Нет необходимости извиняться. Нынешняя ситуация, конечно, выглядит плачевно, но я пытаюсь скрасить скуку, находя себе разные занятия по душе. Кстати, вам случайно не попадалось... Не попадался дорогой боевой меха? Собственно, так и было. Но состояние было не самым лучшим, и я посчитал его непригодным для использования. А насколько я могу судить, солдаты, захваченные боевые мехи, созданы людьми и бросают их, как только те перестают функционировать. Но с помощью ЕВ Ирины и их старых деталей, я думаю, мы сможем ремонтировать эти машины. Полагаю, они будут полезны для повышения нашей огневой мощи. Давайте спросим Ирину. Да, сэр. Кроме того, я слышала, что силы поддержки ММС, хотя и порзень, но также высадились здесь. И я засекла сигнал их маячка, и, похоже, им нужна помощь. Нам лучше поспешить и найти их до того, как это сделает враг. Должно быть, во время высадки их атаковал Апекс, и они затерялись, как и мы. Нам понадобится любая помощь, которую мы можем найти. Возможно, это заключение пойдет нам на пользу. Давайте найдем их. А-тя-тя-ря-тя-ря-тайса. Нас уже, друзья мои, трое. А нас уже трое. Что может быть лучше? Забираем. Слушай, а я вот, честно говоря, не помню, где у нас, где мы с тобой видели мехи эти. Мехи — это механические роботы, по-моему. Так, подожди секунду, дай-ка я кое-что гляну. Так, 7 баллов. Это, видимо, у нее, да, прокачка идет. Скорость стрельбы увеличим по фулке. Останавливающее действие плюс 10%. А что за останавливающее действие? Максимальный запас здоровья. А что за максимальное действие? Останавливающее действие. Вот это мне непонятно было, кстати. А, у нас еще один балл есть. Мобильность при стрельбе 6,7%. Что за останавливающее действие? Обычные патроны. Разведчик-разбойник. Ходок. Дай-ка я проверю этого разведчика. Ого! Штурмовик. Зайти нельзя. Ты заметь, как только мы с тобой подходим к этому, начинает сразу муха-жужуха лететь, блин. Сразу же, блин. Это кто, спящий, что ли? Труп? Труп. Основной материал для сумки, для инструментов первого поколения. А, нам надо вниз, друзья мои. У нас... Блин, ну по идее нам надо вернуться на... Блин, опять этот хмырь. А гранат-то нету. Нормально ремкомплектов навыдавал. Сначала нужно закончить... Да я понял, что закончить битву. Что ты мне втираешь? Ты что, не помнишь, что ли, что надо закончить битву? Так, обычные патроны. Чем тут полакомить меня? Компонент.
Износ 27%, 26%, 92%? Да тебе надо пуху лечить. Ой, лечить, чинить. Так, ладно, ребята, идем к вертолету. Сматываемся на базу. Повышение уровня шикарно. Так, рекомендуемое топливо. Так, подожди, там кто-то наверху, по-моему, шоркался, или мне показалось. Черт, а где вертолет-то? Блин, мне до него как до Китая раком еще идти. Надо же, даже муха не прилетела. Но рыбалка успешная. Давай еще сазанчика лови какого-нибудь. Ладно, пробачили и хватит. У этой пушки скоро, блин, как сказать, сломается. 92% износ. Нормально? Почти сотка, ребят. О, рюкзак нашли. Забрать все. Че забрать, если там ничего нету? Забрать все. Называется, до вертолета дошел. О, все, ребят. Шутки уже в сторону. Где вертолет? Я за километр от вертолета, блин. Некогда мне с этими сталкерами сейчас бороться. Ну! Они меня нагнали, ребят. Мне пришлось драться с ними. Прикинь, я ничего не мог делать. Не бежать, нифига. То есть, как бы... Вынужденно получается. Все-таки подкромсали меня, посмотри. Так, валим, 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 валим. На базу. Поехали. Уже почти ночь. Я понял, что уже почти ночь, поэтому я и сиганул сюда. Ну, скрафтить я вряд ли, конечно, что-нибудь скрафчу. Мне кажется. У меня не хватит ни деталей, ничего, да? Вот это вот главная штука. Где ее взять? Она практически везде нужна. Так, что будем делать, ребят? Давай подумаем. Экипировка у нас есть. Полицейская форма. Походная экипировка. Шлем. Так, есть дробовики? Слушай, щиты. Но щитов пока нету. Вот. А какая из них лучше-то получается? Слот в инвентаре 3, слот в инвентаре 4. И мобильность плюс 1-2%. А почему я не могу ее сделать? Не, могу. Сумка для сумки переполнена. Изготовление невозможно. Что-то я не всосал, это как так?
что значит сумка перепо... А, да не переп... А, вот, подожди. Это вот мой... Хранилище. Это... А, вот что у меня, да? Так, это выложим. Ремкомплект выложим. Блин, у меня хранилище переполнено. Улучшить так можно? Нельзя. Готово. Так. Нам бы не помешало бы перекусить-то. Стоп, а как нам разместить мобильный запас здоровья? Исследование. Что такого раньше не было. Максимальный запас здоровья плюс 8. Опыт 0,65. Дополнительный урон одичавшим. Так, и навык владения оружием. Походное и повседневное, да? То есть, если сравнивать, то походное это будет лучше. Броников нет, пока перчаток нет. А что мы тогда можем здесь сделать? Расходники и шлем. Попадание в голову. Так, ладно. Давай, наверное, приготовим. У нас рыба есть? Подожди, мы, у нас даже костер не сделан. Ты издеваетесь, да? Блин, где их взять? Наверняка с каких-нибудь боссов падает, ребят. Готовить. Так не могу готовить, блин, готовить. Так, сбор информации о противнике. Запустить. Семь нужно этих. Блин, ну они должны тогда где-то находиться. Они все устали, хотят спать, блин. Так, у кого? У этого очко, да? Бал. Ну давай. Отремонтировать все. Не хватает? У нас износ... Ну, 19 износ это еще нормально, ребят. Так, а у этого ты что? У этого ничего на голове нету? Ну, они что, разные шмотки носят все? Ух ты, она может щит носить. Да нет, щиты могут все носить. Сколько износ? 62. А, тут к нолю ее, да? К нолю, понятно. Значит, 67 это еще нормально. Вот тут уже половины уже нету. Так, смотрим здесь. Сотка. А, он не работает. Ё-моё. Он у меня вообще без... Да какой берсерк? Ну, что делаешь, блин, берсерк? Подожди, ну по идее вот это же рюкзак идет. А, это броник. А рюкзак здесь идет. Стоп. А этому что, нельзя что ли рюкзак носить? Где у нас сумки? Да и... Маковка.
оружие, владение оружием, навыком нормально. Это построение мне не нужно. Мобильное, там еще что-то. Рюкзак. Слот в инвентаре. Мобильность плюс 4. Одел. Здесь. Носи фуражку, короче. Так, ты у нас... У нее дробаш, да? Она может другим урон минус 26. Но зато скорострельность атаки. Давай пускай носит этот автомат. У нас есть чертежи. Очень редкий материал используется для изготовления экипировки. Глушитель пиропка. А как глушитель одеть? Вот он как одевается. А у меня... Так, уменьшение штрафа точности в темное время суток. Активирует фонарик. Фонарик первого поколения нельзя использовать с этим оружием. А с этим? Можно. А это что такое? Урон 2,6. Это компенсатор. А как понять, с каким... Так, скорость перезарядки 3.1. Увеличивается запас патронов. О, это надо мне. Используется для... Нет, понятно, это ресурс. Глушитель первого поколения, урон. Так вот это, наверное, и лучше будет. Почему я не могу поставить? Смотри, первый глушитель... А, это компенсатор. Так и чё? Да, компенсатор. А что, его нельзя, что ли, взять? Я вот этого не могу понять. Патроны у нас обычные, гранат у нас ни хрена нет. Сотка. Износ 18%. Соточка. Соточка. Ну, надо, получается, надо шлем. Вот это я пока не знаю, что такое. Шлем. Можем сделать еще один шлем? Нет, не можем. Ни шлема, ни щита. Но я так понимаю, шлем, щит, это потому что нам гранаты. Все, да? Пока все, друзья мои. Идем отдыхать. Подожди, у нас же еще тут что-то есть. Так, УЗИ, ремкомплект. Тунец. Я, наверное, чертежи выложу пока. Как улучшить? А, улучшить, да-да. Блин. Ладно, друзья, отдыхаем и... на утро шпарим на спасение, наверное, нашего следующего бойца. Блин, ни костер не готов, нифига не готов, блин. Бегаю тут, шуркаюсь. Так, бро, отвези-ка меня. Но с этой локации у нас есть и сюда, и сюда. Поехали. А вот где мы с тобой робота видели, блин, я вот не помню, ребята, хоть убей. Но робот ей нужен, она говорит, что она может его починить. Для, типа, этот говорит, для нашей огневой мощи робот нам пригодится. Тихо-то тихо, но все равно один без глушака, поэтому... Тихо, горючку я захвачу. Естественно, комар сразу полетит. Опа, а вот здесь мы были с тобой? Ну неужели нашли, ребята? Оказывается, выпадает с обычных мобов.
меня тут или нет? Сейчас проверим. Выпадает с обычных мобов. Шанс, наверное, конечно, очень маленький. Но он есть. Хорош. Ходок. Так, друзья мои, VPN вырубился и свернулся экран, блин. Достал тоже этот VPN, он здесь вообще не нужен. Да ну нафиг, что такое? Зверски-то. Еще один. Не один. Завершено ликвидация одичавших целей. Ну, раз завершено, это хорошо. Патроны. Металлолом. Да ё-моё, чё с... С каждым разом-то, а? Еще один псих. Ой-ой-ой-ой-ой. Банка с порохом. Вдребезги его. Ну, собирай. Так, бинты, все отлично. А здесь дверей нету, да, я так понимаю, ладно. Ну, не очень хорошо полутались, все-таки больше потратились, если честно. Больше потратились. Но зато зачистку сделали. Так, ну что, ребят, покидаем эту зону. Так, где-то, наверное, вот где-то здесь должно быть, снизу. Достигнута коллекция целей. Ликвидация одичавшего уровня 3. Ага. Порох десяточка. Здесь рим комплектики, две штучки, замечательно. Так, сухпайок. Дай-ка я, знаешь что? Да ничего, у нас пока все нормально. Слушай, а где проход-то вниз? Я что-то не пойму. Нифига нету. Неужели в обход надо обходить? Не, вот он, вот он, вот он, вот он, друзья мои, выход. Так, ну ты не забывай, что вертолетной площадки, если здесь нету, вот и будет беда. Нам надо все очень быстро. Опа, опа. Чё?
как-то только с одним столько возюкаться надо. С кем они там стреляются, не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, у них там что за броня, блин? Слушай, надо подкрепиться. Это тебе не одичавший твою налево, блин. Это серьезная тема. Мы на ульте даже не можем их, ребята. Можем, но это... Так, а вот, ребята, по-моему... Что-то я не понял, подожди. А, вон, вон стоит. А, вот и вы, первый лейтенант Вудман. Вас так долго не было, что я был готов отправиться на поиски. Планировали добраться сюда не раньше следующего года, сэр. Увы, у меня плохие новости, сэр. Думаю, рядом обитает королева одичавших. Кроме того, во время разведки, мне кажется, я наткнулся на новые разновидности противников. По сравнению с одичавшими, с которыми мы столкнулись в Сирии, они, кажется, агрессировали и стали более дикими и жестокими. И если королева поселилась здесь, то, скорее всего, появится второе поколение одичавших. Мы не знаем, когда начнется период инкубации. У нас два варианта. Поскорее покинуть это место, либо же найти гнездо и разнести его к чертям, как в прошлый раз. Я надеялся, что мы сможем вскоре уйти, но дела набирают серьезный оборот. Мародеры, Апекс, а теперь и королева одичавших. Как удачно. Я с вами уже довольно долго, сэр, но я считаю, что иногда нужно просто отступить. Вы не супергерой, сэр. Согласен, но если мы оставим все как есть, будет больше смертей. Я выполню любой ваш приказ, но не забывайте, что по всему миру сейчас бушует вирус. У нас слишком много забот. И с каких это пор мы выбираем легкий путь? Мы всегда оказывались в нелегком положении, но справлялись. Что бы ни выпало нам, если мы будем делать все, что в наших силах, я верю, что мир рано или поздно изменится. Опа, у нас вообще отряд топчик. Так, друзья мои, здесь королева одичавших. Данные разведки так говорят. Оу, е-е. А вот вертолетная площадка, это же прям шикарно. Я ее еще здесь сделал. Ну, ребят, теперь мы в куражах. Если это можно... Блин, по-моему, они какие-то... А, ну это одичавшие третьего уровня. Это кто... В дом не хочешь, не хочешь заглянуть в дом? Я боюсь представить, что там сейчас будет. А хочется же заглянуть-то. Блин, с перезарядками с этими. Да я все-таки зайду, ребят. Я должен... Так, нам нужно найти еще Дейла. Дейл у нас находится... Почему я так и думал, что здесь будут рейдеры? Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Они что, гранатами в нас кидают? Что... Обезьяна, ты отстаешь, блин. Да сколько у нас тут? Надо было подлечить, ребят-то, блин. Все, кончите патрон, нет. Что за жесть?
Погнали. А, я всех запинал, получается, да? Друзья, нам надо менять патроны. Блин, у меня нет чертежей на суперские патроны. У нас пока обычный, дерьмовый, так скажем. Светошумовая. Блин, у меня, по-моему, ребят, рюкзак или поврежден, или что с ним не так? Износ ноль? Фига, он ломается, ребята, я вам скажу. А что такой износ-то охрененно ведет? Рюкзак 70, так, 83... Пока терпимо, здесь все по сотке. По сотке это не работает? Не работает. Да ладно, у них все поломалось к чертовой бабушке. Вы сейчас издеваетесь? Пипец. Он что-то там бросается еще, а? Ну, все, здесь, походу, зачистили. Я вот не знаю, что нам делать. Я, наверное, ребят, полечу на базу. Или как нам? Что нам лучше сделать? Они все переломанные, блин. По снаряге я имею в виду. У них все сломано. О, бронебойные нашли. 63 бронебойных. Ну, ребят, это... А как мне поставить, например, бронебойные... Так, подожди, у нас 11. А, у этого 7. Урон от попадания в голову. Мобильность при стрельбе. Так, Багира. Сделаем так. Так, Пенни, у тебя пошла. Хотя, надо было, наверное, скорость стрельбы минус 0,6. И дальность увеличивается. Ладно, что сделано, то сделано. А, они там между собой еще дерутся? Они в брониках, ребят, поэтому у нас урон по ним не очень хороший идет. Так, кто-то получил... Ага, уровень. Мобильность при стрельбе. Ну, мобильность — это когда он ходит, я имею в виду. Подожди, а все-таки как... Как поменять патроны? Шанс неразрывно. Так, пробивание плюс 2, урон 20. Бронебойный тоже мне. Ох, со щитом.
что, с пулеметом, что ли? Или мне показалось? Так, панда, давай-ка жри. Да не это я хотел вот так вот сделать. Блин. Слушай, ну я пока не вижу никакой королевы здесь. Ну, может быть, мы до нее, конечно, еще не дошли. Смотри-ка, а? Сколько инструментов тебе нашли уже. Вот это хорошо. Нам нужно найти еще Дейла. Дейл находится у нас наверху. Я думаю, что на следующий день можно, в принципе, за Дейлом уже сходить, чтобы была команда, ну, сам понимаешь, полностью. Я не знаю, что обезьяна еще за винтовку с собой носит. Какую-нибудь фигню. Так, забрали, а? Ремкомплект. Ходокам здесь не рады. Раз, два, три. Это только три. А это что, с нами будет семь чуваков ходить, что ли, если мы с тобой всех спасем? Я представляю, это как взвод, бригада такая, команда. Мне просто кажется, что они где-то в здании. Я про босса говорю. Что где-то в здании, скорее всего. Кто-то тоже стреляет, пока не вижу где. Так, ребят, ночь. Да в плане надо, блин, драться. Я не хочу драться, блин. А он не берет, видишь, пока... Пока рядом бои происходят, он ни хрена не делает. Ладно, на базу идем, ребята. У нас, по-моему, 3 или 4 этих инструмента. И, по идее, мы сейчас можем с тобой улучшить там что-то. Я не знаю, что там дает тренировочные. Вот эти все, надо глядеть. Хватит ли у меня ресурсов, еще тоже неизвестно. Но Дейла надо спасать в ближайшее время. Такс, вот мы и на месте. Давай посмотрим, смогу ли я тут сделать. Не хватает таких деталей. Опять таких деталей. Вы сейчас издеваетесь, а? Ну, это я могу сделать. Ну, надо ли мне это сейчас? Так, а улучшить, если... Улучшение инструмента... Так, недоступно. Вау, вау. Ну что, давай посмотрим, что у этих... Так. Это бежать, на которых не хватает материала. А, на которых не хватает материала. Все, так. Дополнительный урон по людозаврам. И даже, а сколько нужно очков умений-то? А, так у меня нету. Дополнительный урон людозверю. Нормально. Так, подожди, тут же... А, все, непонятно, то показывает вначале, то не показывает.
Значит так, износ 78. Ага. Износ сотка когда, да? Это значит, что не работает. Блин, у меня что, ни одного ремкомплекта нету, что ли? Два, 65. Подожди. Это не рем, а ч... Поврежденный не работает. А чем я их чинил-то? Я думал, что ремкомплектом. Так, урон плюс один. Тут урон 77, тут 26. Фигня получается. Не надевает. Подожди, а как же он тогда, извините меня, чинит? Почему я думал, что ремкомплект нужен для починки? Используется для ремонта оборудования. Ты хочешь сказать, что если сотка уже все, не чинится? Ну подожди. Ты серьезно? Если он... Ё-моё! То есть ты допускаешь вот такого? Все, ребята, это не работает. Это надо еще следить за тем, чтобы у тебя, блин. Так, сотка, ты... Рабочий, да? Да, это рабочий. А, 26-29. Износ 100%. То есть не починить. Повреждена экипировка разведчика. Или они изначально были с нерабочей экипировкой мне попались. Слушай, они, наверное, скорее всего, ребята, изначально мне поп... Я их спасал, у них. И у них не. Потому что у меня вот, смотри. Ну, есть, да, небольшие эти. Ну не так быстро, как у них-то. Да, они, скорее всего, ребята, изначально были с поломанной экипировкой, поэтому. То есть им нужно заново делать, да, получается, всю эквипу эту. А что я тут могу сделать-то? Пистолет.
Ну тут приходится, ребят, хоть что-то. Да ё-моё, ну не туда. Все время путаю. Хорош, тогда вот так пока ставим. Давай, готов, фиг с ним. Обнаружена цель, добавлена так, улучшение базового лагеря. Достаточно материалов, можно изготовить 8 раз. Томатный суп. Восстанавливает 45 единиц здоровья в секунду в течение 4 секунд. Повышает опыт на 6% в течение 1200 секунд. Повышает урон на 3% в течение, понятно. Снижает входящий урон минус 3% в течение 1010 секунд. Скорость лечения плюс 1%. Кролик, неужели у тебя все за бабки, блин, а? Так, вот обмен самоцветов, кстати. А у нас всего один. Второго поколения броня. Высококачественное железо. На 45 ткани меняется. Фумигация, армия США, сухопутные войска Республики Корея, Таиланда, самообороны Японии. Ну, понятно. Ну что, ребята, патронов нормально, все пучком. Пойдемте тогда за Дейлом сбегаем. Я думаю, надо его спасать. Нас, пожалуйста, вот сюда. Это нам придется ту карту прошоркать всю. Предыдущую. Подожди, или мы можем как-то скоротать? Не то открыл. Или мы можем вот так вот. Да, нам скорее всего вот так надо делать. Хотя не факт. Но я думаю, я лучше сделаю так. Подожди, у нас же баф есть, да? А лут постоянно обновляется, получается, да? Ну, это хорошо. А Конг что, все... Замечательно. Ну вот, теперь я вижу дамаг. А там, видимо, у нас, ребят, ничего не работало, блин. Не вообще, от слова вообще ничего не работало. Поэтому ни урона, ничего не было. Но опять же повторю, надо следить. Дальность минус 5, точность плюс 9. Че, Дейл? Мы идем к тебе. Так, нет, подожди, не к нему. Нам еще надо выше на карту подняться, получается, да?
Так ведь? Да, нам надо еще выше на карту идти. Металлолом. Так, там у нас дорога. Не пойму, опять что-ли повреждено все? Износ 94. Износ идет, ребята. У меня у самого перчатки не работают. Я пока в дом заходить не буду. И вы обнаружили неподалеку гнездо дичавших, но не указал точных координат. И вы — это робот наш. Дрон. Вот он. По-моему, да? Так, тачка. Плевака. Слушай, москит, ты запарил. Плевак, какие-то людоящеры, блин. Шоковые патроны нашли. Так, мне нужно посмотреть примерно, где у нас. Где-то вот здесь должен быть вход, по идее. Я не замечаю, что здесь где-то вход. Нету, нету входа, такого быть не может. Как я должен попасть в ту локацию? Ладно, я пройду полностью поверху. Я думал, что если здесь есть проход, он обязательно посередине ровно встает. Но, походу, нифига. Землю. На землю, говорит, орет. Так, ну посмотрим, сколько у нас вот сейчас вот по шмоткам повреждений идет. Было 94, да? 86. Слушай, ну что-то больно быстро разбирается эта экипировка наша. То есть через каждые, грубо говоря, два поединка нам нужно ее чинить. И это касаемо только оружия. Я не знаю, там как касается брони и тому подобное. Слушай, ну это бред. Как я должен сюда попасть? Неужели вот так вот?
Если это такой план, то меня он совсем не радует. Меня, ребята, он совсем не радует. Такой, блин, план, такой обход. Боевые вертолеты и самое мощное тактическое оружие. Боевые вертолеты и САУ. Погоди. Блин, москит уже третьего уровня. Так. А, не работает. Это вообще без всего. Без какой-либо экипировки, ребят. Да, это же сколько нужно ресурсов нам добывать, чтобы делать экипировочку для всех. Так, теперь мы ищем с тобой проход вот с этой стороны. Меня больше другое пугает. Если сейчас начнется ночь... Сколько времени вообще? Мне бы хотя бы вертолетную площадку найти или что-нибудь в этом роде, блин. Чего такое опять? Я засек сигнал от БО. Нужно осмотреться. Засек сигнал от БО, блин. Блин, ребят, может пока не поздно свалим отсюда, чертовой матери, а? Добром это все не кончится, вот, поверь мне. Вертолетной площадки здесь я не то, что даже нету. Мы ее и даже не искали, блин, потому что это время надо. Если не найдем, хрен его знает, что делать. Короче, это у нас кто? Дейл. Там еще Бео нам надо найти будет. Я засек сигнал от Бигфута. Нужно осмотреться. Теперь еще от Бигфута мы нашли сигнал.
от них свой хайло, блин. Был где-то здесь. О, а, Дэйл. Дэйл. Так-так, кто тут у нас? Да это же сам майор Колман. Размышляя над тем, как улучшить свою продуктивность, я понял, что не совсем понимаю, в чем заключается смысл нашей операции. Мне не очень хотелось тратить энергию зря, поэтому я берег силы для подходящего момента. Я и так знал, что ты ничего не будешь делать. В любом случае, рад, что ты жив и здоров. Это был далеко не первый мой прыжок с парашютом. Я делал это множество раз, и этот ничем не особо не выделился. В любом случае, я имел удовольствие столкнуться с бандой мародеров, преследующих выживших. По словам выживших, те выслеживали беженцев и грабили их. Они убивали. Не брезгуя, сэр. Мне тоже довелось с ними пересечься. Наше задание крайне важное, но никто не осудит нас, если мы немножко отвлечемся на правосудие. Я знал, что у вас есть что-то общее, сэр. Вы так отзывчивы и милосердны. У вас еще осталось немного доброты, поэтому я вам верю. Во мне еще что осталось? Что это должно значить? Ничего, сэр, просто комплимент, сэр, клянусь. В плане заменить бойца. А, нет, они все со мной, просто... Я понял, ребята, бригада у нас... Команда у нас ограниченная, блин. Не твое, забираю. Ну смотри, здесь же есть проход. Я что-то не пойму. Нафиг. Нафиг я бегал туда. Я что, не врублюсь, ни шиша. Там мы с собой бегали, не было вот этого прохода. А отсюда почему-то вниз есть. Я такой крюк делал, нафига. Очень интересно, ребята. Где мы появились-то? Блин, пипец, ребята. Он, ну я так... Я предполагал, конечно, что так может быть. Но... Так, где у нас вертолетная площадка? Здесь ее нету. Слушай, а этот чувак у нас на базе-то будет, надеюсь? По идее, должен же быть, да? Блин, сейчас не хочу с мародерами разбираться, ребята. Зачистку мы будем... Не то, что зачистку, полное открытие карт. Будем делать уже в следующей заходке. Сейчас возвращаемся на базу по возможности. Потом уже будем искать с собой вертолетные площадки и все там подобное. Так, ребята, у нас осталось до ночи 2 минуты. Две минуты. Мне нужно еще добежать до посадочной полосы. До вертолетной этой площадки. Где она у нас? Все, бежим, ребята, напрямки. Я не знаю, у кого тут. Что такое угроза? Я хрен его знает. Это светошумовая граната. А ушел крокодила. Чего там? Ни хрена не понял. Экстренная помощь или экстренный патрон? Чё?
хоть бегу-то? Все правильно бежим. Гад преследует нас, и москит отлетит за нами, и это... Погонь летит. Все, ребят, на базу 37 минут, 37 секунд даже остается до ночи. Ну, погнали. У нас тут защита минус один, скорострельность, понятно. О, отряд, плюс 3 гранаты. 7 гранат мы уже можем носить, нормально. Точнее, 13. Я сейчас хочу посмотреть, действительно вот это время на ночь идет. Да, ребята, это ночь. Слышен вой одичавших. Поэтому лучше... не попадать в разборки ночью. Плохо это все кончится. Да блин, ну что ты будешь делать, а? Так, крокодил, что у тебя там есть? Очки блокирования. Скорость стрельбы. Слот в инвентаре плюс 3. А, 28 уровень персонажа требуется, понял. Защита от попадания в голову. Так, скорость перезарядки, максимальный запас здоровья. Точность 6%. Точность 30%. Вот у него. Не расходует патроны в течение 12 секунд. Используя вместо этого специальные патроны. Специальные патроны увеличивают урон на 15%, а пробивание на 2. Друзья мои, вот что надо использовать у него почаще. Экстренные патроны. Так, а мы с тобой что можем прокачать? Урон плюс 1. Скорость стрельбы. Вот. Слот в инвентаре плюс 3. Это отлично. У Багиры слот в инвентаре минус 1, мобильность... не хочу. Дальность плюс 10. Бросает всю штурмовую гранату, после взрыва оглушает противника в течение 5 секунд. Нормально. Давай вот это возьмем, дальность плюс 10 у нее будет. Вот наш. Все на месте, ребят, все пучком, все хорошо. Можно изготовить. Блин, нам металлолом нужен будет потом. Так, кому поставить? Так, 3,5% навык владения оружием. Максимальный запас здоровья 8. Опыт 1,3. Ага. У крокодила что? Поврежденный не работает. Снимаю. Точнее даже... Ну да, снимай. Так, починили. Починили. Так, крокодила поставить, что ли, мне? Ну, давай крокодила поставим. 100%. Это что такое? Восстанавливает 40 в секунду. Блин, у нас очень редкий материал. Это для второго поколения ресурс. Да, будет обидно такую шмотку сделать и потом ее просто раздолбать вот так вот в хлам.
У всех все по сотке. Ну, то, что им придется побегать без брони, да, ребят, придется им побегать без брони. Я заберу. Мне кажется, это конденсатор, наверное, для второго уровня. Мне так кажется. Как-то так. Интересно, а что... Что... А, максимальный запас здоровья плюс 20% и эффективность восстановления 4%. Вот оно что. То есть мы улучшаем кровать, у нас становится все лучше. Мне кажется, тренировочная база, вот когда нас с тобой здесь нету, и вот персонажи, которые здесь остаются в базе, их можно кидать на тренировку, чтобы они тренировались. У меня почему-то такое предчувствие. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.